привет! Вы на моем канале Котяшки Няшки. И со мной мой младший брат Славик. Привет. Он первый раз на канале, но вообще на Ютубе. Поэтому прошу вас, поставьте лайки и подпишитесь. Вас очень прошу. И, кстати, вы видите, чего-то не похоже на мой дом и на мое первое видео, где я гуляла. И вон еще дом там. Считаю до пяти, думаю. Чтобы вы написали в комментариях, где я сейчас нахожусь. Потому что, кто-то напишет, а кто-то узнает. И, кстати, кто напишет правильный ответ и не замотнет назад, тот завтра получит от меня подарок в лотерейке. Может, не завтра, и через несколько дней, короче. Завтра, через несколько дней. Ну что, считаю до пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я нахожусь в Греции. И тут просто прекрасно, тут просто шикарно. Море, прекрасные цветы, много-много животных. Наши родители видели ласку, енота и лисичку. И мы видели просто, зоопарк кошек и собак. Цветы, вот такие вот красивые цветы. И прекрасный садик, прекрасная полянка. Полянка. Типа гор. И, кстати, сами горы. Просто едьте сюда, Салим, в Грецию. Смотри, вот суп для жуков. Славик суп из жуков пытается сделать. Она делала себе. Фу, какая гадость. Я жуков не люблю. Ставьте лайк, кто любит или не любит жуков. Ну, пишите в комментариях. То я так не пойму, кто любит, кто не любит. А то я так не пойму, кто... может, кто-то из вас любит жуков. Пишите в комментариях, любите ли вы и не любите, и чем-то... И почему вы любите жуков или не любите. Ну, короче, тут очень круто. Зову вас в Грецию. Потом будет еще лотерейка. Подписывайтесь, кстати, на мой инстаграм и ВК. Там я, кстати, вам скажу. Простите, что так долго не снимала видео. Потому что переезды были. Я была сначала в одном доме. Мы поехали сначала в один дом. Сейчас мы только что переехали в другой дом, вот в этот. Прям даже вещи не успели разобрать. Я сразу за телефон и снимать видео. Ну, простите. Кстати, кто хочет увидеть наши оба дома, снимать этот дом я не собираюсь, потому что, долго снимать. И вам, думаю, будет неинтересно. А вот посмотреть фотографии, думаю, займет пару минут. Ну, если вам интересно, конечно. Если не интересно, можете не смотреть. В инстаграме будет мои много видео. В инстаграме, короче, у меня больше фоток, чем в ВК, поэтому про ВК не судите строго. А вот про инстаграм можно судить. А вот про инстаграм вы точно судить строго не будете. Ну или может быть. Ладно. Не суть. Очень красиво. И вот на фоне этих цветов я скажу вам всем сердечное пока. И мой младший брат тоже вам скажет пока. Пока. Всем пока. До новых встреч. И что надо сделать в лотерее? Сейчас я вам быстренько скажу. В лотерее надо будет написать комментарий, чтобы этот комментарий был какой-нибудь там прогресс. И обязательно поставить хэштег. Хэштег Греция и что-то хорошее про Грецию написать. И поставить лайк.
А если вы не подписаны, конечно, подписаться. Ладно, всем пока. Пока-пока. Целую вас и люблю. Пока-пока.